Team Empires, turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Queen of Pain. Team Empires, turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Invoker. Ну что ж, у нас начинается последняя карта на сегодняшний день. Это матч между Empire и 4CL. Счет 1-1. С вами по-прежнему Force и Light of Heaven. Интересные пики. Ну, я, честно говоря, я ожидал от команды Empire увидеть Queen of Pain. То есть я вообще думал, что произойдет сейчас. Заберут Windranger Клевера под Слардара как вариант и оставят квапу для имперцев. Но они поступили очень хитро, они квапу забрали сами. Поэтому у команды Empire, в общем-то, не было выбора, кроме как пикнуть инвокера. Потому что, ну, из всех мидеров, на которых Resolution действительно очень часто играет, он вообще, конечно, на любом персонаже может сыграть, я в нем уверен, но вот его герои, которых мы чаще всего видим, это в первую очередь Shadowfiend, Tiny, ну, там, на Вайпере он иногда поигрывает, Invoker, там, Queen of Pain, вот подобного рода. И все они оказались у нас как-то вот по ту сторону драфта Empire.
ну что, у нас сейчас будет стычка, похоже, небольшая в лесах. У нас имперцы бегут, инвокер почему-то самый первый, это непонятно. И тут Нико выходит, краш по четверым попадает. Сейчас игрок команды 4CL. Хвост пытается уйти через Blade Fury, но Пайкат его настигает на квапе. Цепляют Resolution, Resolution вкачал Векс, хоть чтобы какой-то мувспид иметь, но Нико просто быстрее. Даже с учетом этого Векса. О боже мой. Минус 3, и First Blood, и Баунти Руна на боте. Пойдет кто-то забирать Баунти Руну на топе из 4CL? Похоже, Нико пойдет. По-моему, имперцы остались у разбитого корыта сейчас только что. Ну, здорово, подождали. Противника вот необычно то, что сами имперцы пошли вот по этой линии. Все-таки ожидалось, что как многие попробуют выйти снизу, может быть, сами устроить подобную вылазку, может, как-то вот тут обойти, но... Клевера их хорошо наказали. Смотри, у нас на боте Винга ворует Баунти Руну, но тут, похоже, имперцы поплатятся сейчас опять-таки. Или нет, или Тинни поплатится, да, похоже, Тинни поплатится. Винга так танковая, правда, квапа со спины на ней по ней накручивает, но в результате Тинни, скорее всего, погибнет. Хотя хорошо еще забирает Лича, остается квапа, ее также забрали, и имперцы 2 в 2 размениваются. 2 в 2 размениваются, и самое приятное то, что Баунти Руна мидера у нас не досталось у команды 4CL, ее у нас своровала Винга, а Баунти Руну на топе активировал Слардар. Ну, в общем-то, ладно, кое-как. Тут имперцы выправили ситуацию, но... Ого. Вот это да. 1000 золота для 4CL на первых минутах и 800 золота для Empire. Ну, в общем и целом, скажем так, получилось довольно-таки странно, что команда Empire, имея на руках два самых, наверное, худших персонажа для драки на первом левеле, это Инвокер и Лич, да, вот пошли куда-то драться. Ладно, Лич там вкачал новую, бог с ним, он хоть что-то смог сделать. А Инвокер, кроме того, как вкачать в Икса и попытаться просто улизнуть оттуда, что у него, конечно же, не получилось, потому что его догнали, он, в общем-то, ничего сделать и не мог. И рука у него никакущая, да, на первом левеле, так, если что, и скиллов никаких нету. Поэтому Инвокер на первых левелах является одним из самых таких бесполезных героев. И он шел, что самое интересное, вообще самый-самый первый. И никак не мог синициировать драку, и, в общем-то, Empire закономерно проиграли стычку в лесах. Ну, они, наверное, по принципу, ты самый бесполезный, ты ничего не делаешь. Да, иди умирай, иди впитывай. Ну, так, наверное, и сделали. Да, понятно. Ну что мы имеем? Мы имеем то, что Фаник играет на Думе в топе, разделили имперцы Лича с Думом, вот это вот адская комбо, которая дополняет друг друга. Дум крипа жрет с чужой линии, Лич жрет крипа со своей. У Дума нет армора, Лич армор дает. И, в общем-то, очень сильная линия такая получается, Дум плюс Лич. Ее очень часто используют и в пабликах, и в Captain's модах некоторые команды, когда удается урвать. Но тут вот забавно так получилось, что Лич с Думом разделились, ну... Получается так, что Фаник на топе стоит как на легкой линии, то есть у него хоть тут опасные герои, но забрать его тут прям так откровенно не получится. У него и хп-реген хороший, то есть его прохарасить тяжеловато, и скорость за счет проклятой земли отличная. Пайкат, кстати, в миде напрягает, у Пайката нет блинка, сюда идет Алоха Дэнс, Пайкат понимает, что его здесь будут цеплять, торнадо попадает в резолюшн, но до Пайката, походу, не добегут, он жмет фласку, берет инвиз. Ну, тут его вообще было без шансов как-то догнать, но хоть чуть-чуть позонили. Вот, и на боте Джиггернаут фармит, то есть пока что Empire вроде как все в порядке. Ты также спрашивал то, что непонятно, почему, ну, возможно, имперцы не взяли квапу, наверное, из-за того, что у них был ласпик, и они хотели как-то эту Queen of Pain законтрить. И Инвокер — это, наверное, один из самых неприятных героев, потому что у него приличное количество контроля. Есть торнадо, колдснап, может собрать быстрый орчит, и квапе тогда очень тяжело развернуться, ей нужно играть аккуратно. И вот сейчас вот нападает на Queen of Pain, есть колдснап, станет Винги не успевает зайти, и Пайкат отступил. Да, тут если бы вот эта магическая ракета Алоха Дэнс попала бы, то, скорее всего, Queen of Pain уже была бы в таверне. Ну, а Queen of Pain имперцы, мне кажется, опять-таки повторюсь, пикнули бы, если бы клевера эту Queen of Pain не забрали сами. Мне так почему-то кажется, и пришлось им, скажем так, довольствоваться тем, что есть. Пытается секси-бомбу помешать как-то, а хвосту фармить под вышкой. Ну, слушай, вроде бы пока у Империи реально все хорошо. У них же, в общем-то, вот этот вот великий ужасный Дум, который нажимает одну кнопку, и ты ничего не можешь. Ну, у них сам пик по себе довольно-таки лайтовый, но вот сейчас обратим внимание на Дума. Он сделал все интересно. Сначала он съел крипа на хп-реген, чтобы первый до 5 уровня против Слардара стоять, и ему этого хватало. А после того, как уже регена в принципе есть, вот мы видим, он покупает Tranquil Boots, он себе взял скоростного крипа, и забрать его, ну, почти нереально. Resolution в миде чуть не умер, но у него есть квасы второго левела, поэтому он тут на них попытается как-то выехать, но походу...
Выезжает. Не-не-не, сейчас последний тик должен выезжает, умереть. Выезжает. 5 хитпоинтов остается у резолюшена. Еле-еле ползет он к фонтану. Ну, Пайкат, кстати говоря, то, смотри, прям две ветки выложил, все выложил, отпивается. Ну, потеет парень. Явно потеет. Так, на топе что у Фанника? 5-й левел, 3-я земля. Его пытаются как-то прохарасить, но пока у Никого нет 6-го левела, он ему, в общем-то, не ровня. Вот на линии тяжеловато с ним играть с этим думом. Ну, как бы играть не тяжеловато, фармить ты фармишь, а вот конкретно прогнать дума, то есть не давать ему экспы, не давать ему фармить. 4 сила не получается. Это большая проблема, потому что Джиггернаут на боте, он фармит априори больше, чем Тини, потому что там всех крипов съедает Ноуфир. Кстати говоря, Ноуфир тут получает тос и аваланс, умирает, вот, пытается через Блейд Фури как-то здесь нанести дэмэдж, но нет, тут его, конечно, придется отпустить, далеко он убежал. Так, ну и сверху про Слардара. Казалось бы, ну иногда этого героя можно оставить один на один против Дума, но здесь Дазлу в принципе некуда идти. Мы видим у Клопы в миде все довольно-таки нормально, даже несмотря на то, что старается, и, кстати, получается у Венги его забрать. Отличный выход от Алохи Дэн с резолюшеном на пару. Да, тем временем еще пытались забрать Джиггернаута на боте, убили ему вард, разбили его и через Найтмар там захотели как-то его шлепнуть, но не получилось, не хватило немножко дэмэджа. Пайката действительно подрезали в миде, и, кстати говоря, самое интересное то, что у Пайката сейчас есть 6-й левел и дабл дэмэдж, он может с телепорта выйти на какую-то линию, то есть не на мид, и попытаться реализовать Sonic Wave с ДД, но у него нету телепорта, вот ему телепорт покупают, смотри, и он сейчас как раз таки пойдет, похоже, нет, все-таки идет мид. Я вот смотрю на погоню за Вингой, бежит Нико на Слардаре, очень хорошо ныкается Алоха. Смотри, он еще и вард поставил там такой хороший, хитрый. Защитный. И Нико догадывается, где сейчас находится Алоха. Съедает елку. И он играется с ним, играется, смотри. Ну, надо в нейтралах пытаться убиться, но тут, похоже, уже все, поздняк метаться. Юзает стан, юзает стики, тянет время Алоха Дэнс, но тут еще и на баш проперся Слардар, поэтому без шансов для Винги. Ну, много времени выиграл, в общем-то. Никого в этот момент не получал экспу на топе, прифармил в это время Файник, вард он поставил, ну, подумаешь, погиб, ничего страшного, бывает. Да, учитывая то, что 4 героя занимались полезными вещами, то Винга пока отыгрывает на ура, она создает колоссальный спейс для своей команды. Снизу тем временем мы видим то, что Джаггер нападает на Бейна, понимает то, что его не забрать. И... Ай, кстати, бомбу мажет прокастом, поэтому тут хвост не погибнет. Приходит сюда Сакса, не успевает он дать грейв, потому что не знаю почему, видимо, не в рейнже находился. Юзает брейнсап EGM, Алоха Дэн, слушай, он один тут... Вау, ты видел этот дэмэдж? Просто бешеный дэмэдж с Shadow Wave, ну, неудивительно, конечно, но похоже, что Алоха Дэнс не ожидал, что его в пачке крипов просто пополам разорвет от этого Shadow Wave. И вот практически 6-й уровень у нас у Слардара. Возможно, он куда-то даже попытается выйти, потом нужно как-то гангать. Слардара теперь можно оставить одного против дома, а снизу тем временем нападает на Ноуфира. Еще один Shadow Wave, отличная работа от Сакса. Вот, Слардара теперь можно сверху оставить одного, потому что один на один против дума он стоит хорошо. Правда, вот сейчас Фаник на него нападает, есть у него крип на скорости, и Слардара можно забрать. Нужна хоть какая-то легкая поддержка, потому что Дум довольно-таки далеко убегает, и Ник выигрывает очень много времени, может быть, даже убежит. Да, убегает, грейв получает, молодец. Подходит Пайкат, и вот Фанику уже отсюда никуда не деться. Проклятый, хотя, слушай, может и деться. Он же быстро, у него там аура 12% муспида. Смотри, как он несется, ё-моё. Тинни тем временем погибает на боте. На боте у нас тоже замес, пользуется моментом команды Empire и убивает двоих игроков 4 сел в другом месте. И Дум погибает все-таки там, дайванули за ним, заюзали Sonic Wave, не пожалели. Ну, правильно, надо все-таки этого героя как-то приструнить, и из-за него можно много ресурсов получить, в общем-то. Так, ну теперь вернемся к верху. Как мы видим, Слардар, он успевает убежать от Дума и при этом получить сейф от своих союзников, и после этого возвращаться на линию обратно. Каждый раз ты кидаешь Amplify Damage, и по размену ты будешь выходить плюс, поэтому в целом нужно занимать какую-то линию и дальше понаглее фармить. Вот Никола решил выбрать центр необычный, потому что здесь уже стоит Клопа, в принципе, Клопил не особо не нужен, хотя может сейчас и помочь слегка, но нет. Секси Бамбу умрет на боте, даже не пришлось восток кастить, он не слэш, а вот в EGM можно попробовать, но опять-таки хвост решил отступить, получает сон, Ренайтмар от Ноуфира, ставится вард. Мало маны, лучше похилиться. Да, и при этом сохранить ультимейт. Хвост молодец, что не решил рисковать. Все-таки там кто-то может
перелететь. Ну, жирноватый просто, блин, да. Откровенно говоря. Квапас, блин, тебя всегда может догнать. Тот же Слардар на спринте, он, как обычно, не отпускает. То в этот момент Хвост молодец, он прогрессирует и на такие разводы не ведется. Пошли дальше, да, у нас противостояние на топе. Вот. Дайвят сейчас имперцы. Откровенно дайвят. ЕГМа здесь должны забрать. Правда, тянется время, работает Грейв. Хвост раскручивает Блейд Фури и просто-напросто делает ТП аут, потому что Соник Вейва нет у Пайката, да, его здесь нельзя убить. Понял вовремя, на самом деле, Хвост, что драка примет очень невыгодный характер для команды Empire, потому что они находились под вивом, прямо под вышкой, сюда еще и Никова пришел, он бы их просто ручками заковырял, да и у Пайката дэмэдж хороший. Да, ты в целом, ты идешь ради одного Бэйна. Бэйн, как мы видим, он может и откидываться, у него есть легкий подсейв в виде слипа. При этом ты забегаешь вингой, джаггером, вам нужно потратить довольно-таки много времени, чтобы его забрать, и лучше всего вот, ну, ради суппортов именно так не рисковать. Это всего лишь Бэйн, ребята. Конечно, незачем это делать. Сейчас массовый телепорт на бот от команды Empire, Nightmare на Лоха Дэнс, бежит у нас Хвост под Блейд Фури, ну тут что-то кого-то не догнать, что-то кого-то догнать тут, по-моему, не получится, разве что через Торнадо, но надо быстро убить ЕГМа, нельзя позволять ему тут тянуть время, да, быстро его забирают и будут, наверное, пушить бот, потому что Тини у нас, Тини на топе, кстати, ну, может и передислоцироваться при желании. Здорово разыграли, потратили имперцы огромное количество ТП. Да, выиграли 400 голды, но в целом клевера за это время больше заработали. Пушат Квин Пейн Центр со Слардаром, вслед за этим Тини у нас давит вверх, и на месте имперцев не стоит отдавать два Тауэра сразу, и может быть даже кому-то нужно выехать на защиту, потому что вот, уже выехал Инвокер. Они массовые телепорты заюзали на бот, да, тут Резолюшн сможет подойти, но главное тут не ошибиться. Хороший колдснэп сурный на Слардара. Тут юзает спринт. Здесь подходит Хвост. Юзает Блейд Фури. Неплохой вив. Должен быть Грейв сейчас на Никова. Никова отстанился, но ни в кого не попал. Все, это мертвец. Соник Вейв отвратительный от Пайката. Он получает сейчас зум. И нужно продолжать атаку, скорее всего. Подходит Бэйн, нападает на Хвоста, минус армор. Пайкат понимает, что никуда не убежит и начинает драться на кулачную. Огромный дэмэдж от Shadow Wave, от Саксы сейчас как раз-таки очень многое значил. Паника подцепили Фингрип, его пытаются забрать. Еще один хил, Пайкат выживает. И как эта драка приняла столь невыгодный характер для Empire, не совсем понятно. Пайкат получает еще один хил. Слушай, да, Сакса-то на Дазле реально попадает. Отличный чайник от Ноуфира, правда, ну, один здесь ты не справишься, Ноуфир. Как ни крути. Убили у нас Квапу, там Квапа убила Дума. Ну, Фера могут убить. Гонит его Бэйн, у Бэйна да, слип от 2 секунды. Бамбу закидывает трехочковый и Лич погиб. Вы и ах. Команда Empire, казалось бы, так хорошо смогла подраться в самом начале. Соник Вейв, по-моему, ни в кого не попал. Я не знаю, тут файт и Капи. Джаггер, нет, да, в кого-то точно попал. Нет, погоди, в кого-то он точно попал. Либо в Инвокера, либо в Джаггера точно он попал, но все равно там можно было его немножечко лучше скастануть от Пайката. Ну, показалось мне изначально, что действительно вообще ничего у нас не смог сделать Пайкат. Он сразу же получил дум. И вот как же Дазл зарешал в этой ситуации. Он столько хила дал, он не позволил умереть Пайкату. Он много дэмэджа нанес Минвокеру и Джиггернауту шедоу-вейвами, что заставило их отступить. И драку, ну, в общем-то, клевера смогли перевернуть просто с ног на голову за счет Дазла. На топе убивает Джиггернаута. Вот это уже очень неприятно. Не ожидал Хвост, что, выйдя фармить на топ, он сразу же получит здесь леща от команды соперника. Да, умирать два раза подряд, играя на хардкэре, неприятно. Ну вот по поводу Дазла. Очень хорошо, что здесь нет какой-то лины, может быть, там какого-то сильного бустера. Ой, в виде той же квапы. И тебя кидает дум, у тебя есть время, ты можешь своего союзника засейвить. Ты можешь рассчитать время. Грейв окупается. То же самое может касаться Джиггернаута. Видишь, что он в кого-то прыгнул, там буквально там 1-2 секунды он будет свой ультимейт реализовывать, также защитил. И на месте имперца стоит задуматься о том, чтобы вот именно по Дазлу играть, потому что, ну, слишком много пользы он делает. Думаю, нужно играть в Дазлу. Да, 2-0-10 у Дазла. 2-0-10. И КПД нереальный. Чувствует себя великолепно сейчас Сакса. Он является обычно фулл саппортом в своей команде, но у него есть абсолютно все артефакты, которые, ну, нужны ему на данной минуте. Да, конечно, прикольно было бы еще и меку сделать, и медальку какую-то, но всего по чуть-чуть. А Аегис только что подбирают у нас имперцы. Неужели клевера готова драться? Отличный вход от команды 4 тел. Моментально падает Дума Винга. ВВВшка от Резолюшена много маны сожгла, но без двоих своих персонажей ты тут не подерешься. Комбинация шикарная. Вот помню в свое время, как Team Secret, по-моему, выиграли
Не помню даже, против кого они играли, по-моему, против Vici Gaming, но там было то же самое. Бежит Слардар, покупает себе ПТ, у него щиток, стики, и ты его закидываешь в толпу. Он, естественно, всех станет, потом подходит Тини, засыпает гречкой, и вся команда умирает. Вот здесь, в принципе, то же самое, и очень тяжело контрить подобный расклад. Потому что... Ну, потому что Тос, он летит вообще откуда ни возьмись, то есть у него очень большой рейндж, и самое-то смешное, что он по-любому попадет, да? Там блинком можешь как-то и не попасть. Ну и вот сейчас хорошо Клевера комбинирует свои айтемы, это дают пространство. То есть Секси Бамбу вместо фаст блинка покупает себе Лотар, потому что, в принципе, есть Слардар, который будет выполнять эту функцию в будущем, у него уже почти есть блинк-даггер, а Тинни с Лотаром может наводить движуху. И вот мы видим то, что он нашел хвоста, прыгает в попах, хвоста забрали, и Бамбу свой Лотар реализовал. И снова получается так, что Джиггернаут у нас погибает, абсолютно ничего не выфармливая. Ну, конечно, он там Яшу свою доделал, но на топе он побоялся фармить, у него свой лес есть, который он тоже почему-то решил не фармить, побежал во вражеский, наверное, там крипы слаще. Ожидал, возможно, хвост то, что оппонент как раз-таки находится в непосредственной близости к его собственной базе, поэтому он решил уйти, ну, в чужой лес, чтобы пофармить там, но он ошибся. Так, ну и имперцам нужно как-то попробовать вот в ответочку один раз выйти, потому что сейчас очень тяжело играть в партизанскую войну. У противника слишком хороший ганк, у противника слишком хорошие вот эти вот выходы, подвое, потрое, они убивают почти любого, и фармить сложновато. Радиус и фарм, он снижается с каждым разом. Потому что где-то вот там в любой точке карты может на тебя ворваться Слардар с клопой, в другом месте там врывается Тини и за прокаст убивает, поэтому нужно как-то вот агрессивно играть, иначе он тебя и дальше будет зажимать. Да, пока что дума своего импа реализовать нормально не могут, потому что он просто погибает в первые же секунды драки. Здесь у нас Клевера используют смоук, и, ну, конечно, Алоха Дэнс не самая нужная цель, но... Ну вот Резолюшн подошел. У него Аегис, у Резолюшна Аегис, ты его если заберешь, он потом все равно даст свой прокаст. Абсолютно промазал у нас Резолюшн всем, чем только смог. Врывается ЕГМ, его, кажется, там тоснули, как он там оказался, я не совсем понял. Пока что у нас убили дурмак, который вообще свою ульту не скастил. У Резолюшна мало хитпоинтов, но тут папа делает очень много грязи, но Фира надо задинайть, его нужно задинайть, он там горит, но нет, не успевают ребята в полусражении это сделать. Секси Бамбу уходит, размен 2 в 2, в общем-то он более-менее приемлем для команды 4CL, но здесь Сакса попадается под горящую руку хвоста, минус Аегис у Резолюшна. Резолюшн урни добивает сейчас Саксу, ну и хвосту отсюда нужно просто как-то ретироваться, он банально делает тэп-аут. Врывается Секси Бамбу и делает даблкил. Резолюшн после Эгиса погибает. Да, вот это вот не очень хорошо получилось сейчас. Ну, более-менее получилось. Если бы имперцы не пошли давить за тауэр, то, я уверен, бы размен был в их пользу. И они сейчас должны понимать, что в целом у них боеспособный пик, они могут убивать. Учитывая то, что Дум, по-моему, даже не дал Дум за замес, он там... Да, в том-то и дело, что Дум свою ульту не скастил, и более того, он полезен сейчас даже не только своим Думом. У него, во-первых, сожран Волк, это огромный дэмэдж, и у него есть Владмерс, он дает огромное количество урона, он дает лайфстил, и там броню какую-то, ну то есть пассивки реально хорошие он дает своей команде. Если он вот в первые секунды драки просто погибает, то это на общем потенциале Empire в тимфайте сказывается весьма серьезно. Поэтому нельзя как-то панику вот погибать прям в первый момент, я не знаю, сейвить его, свапать, арморы вешать ему, которые у Лича, между прочим, третьего левела. Или первыми инициировать, что тоже, в общем-то, приемлемо. Ну, нельзя ни в коем случае панику погибать таким образом. Ну вот, и имперцы нас услышали. Правда, необычно то, что они решили пойти вдвоем. Это Винга и Инвокер. Не самые жесткие убийцы, учитывая, что там танковый Слардар. И лучше всего не рисковать и отойти, подфармить. Посторчит. Идет Резолюшна. ЕГМ со Слардарчиком берут позиции, Пайкат он также ждет. И наблюдает то, что нету никого в лесу у имперцев, значит, может быть, какая-то атака готовится. Имперцы, в свою очередь, не хотят идти, они просто заняли позицию на горочке. И это шанс для клеверов пойти и на Орде их словить. Не хватает мобильности имперцам. Вот даже если инвокер инициирует через торнадо, то все равно Дум повесить тяжело. Очень тяжело. Вот.
Fight. Слорда прыгает, промазал, лучше всего отступить, и посмотри, как хорошо имперцы защитили свою территорию. Сентря вот здесь, и очень здорово выманивали. Если бы еще вот Doom вот был... вот хвоста сейчас могут подцепить, должен Сашка прочитать этот момент. Орки там попадает пайкат, но скримом нет, массовые телепорты в мид, Нико старается уйти, ЕГМ также в Глиммер Кейпе спасается, но Резолюшн хочет его настигнуть. Торнадо в кулдауне через 2 секунды, он ждет его, летит стан в ЕГМ, летит чайник, усыпил себя ЕГМ, часть дэмэджа задоджил, торнадо полетело, Секси Бамбу получил Doom, и вот наконец-таки в драку входит Фанни, хоть что-то делает в ней. Убивают Саксу, убивают Бейна, ну вроде бы драка удалась. Сейчас можно попытаться еще даже кого-то догнать, бежит Алоха Дэнс, у него есть свап, он дает отличный террор, и может быть свапнет здесь, да, он свапает Нико, а в итоге, который отблинкивается, ну, в ответ получает орки, то под МФМ просто склеивается. Сейчас главное отойти. Да, потому что Doom уже кончился, Тини в инвизе бежит, и он может просто сейчас стереть с карты Резолюшна. Много дэмэджа наносит он также и Фаннику, но хвост за Омни Слэш убирает Тини. Пайкат спрятался за елочку и как-то там старается наяривать, да, пытается сбрить Фанника. Фанника он убьет, ну тут надо Глеба бросать. Блин, Пайкат очень много сделал. Он так хит-энбранил качественно, что вот пережил всю эту драку и должен много золота получить. Целых, ну да, почти 1000 апнул. Он очень хорошо себя позиционирует. Он не лезет в драку, ждет, пока инвокер даст свой прокаст. Инвокер дал, можно врываться. Вслед за этим, если видит Джаггера, опять же, ждет, пока кто-то из его команды примет себя ульт, и после этого идет в атаку. Ну и вот в завершении Doom. То есть пока Doom не показался, Пайкат стоит и ждет своего шанса. На крайняк можно ульту издалека закинуть. Хвост у нас фармился Engine Yashu, в общем-то, теперь ему Amplify Damage не страшен, ну, практически, да, если он вовремя будет манту прожимать, но там и без Amplify Damage достаточно хороший минус армор за счет Саксы, у которого скоро будет уже вив второго левела. Он не стал даже Poison Touch брать, просто плюсы качает. Хотя, ну, обычно дазлы, они так плюсы качают. Почему? Потому что, ну, если ты все скиллы будешь кастить, то, ну, маны не так много у дазла. Если, ну, как бы мы предполагаем то, что у дазла нет аркантапок там на 20-й минуте, а здесь у Саксы 2-2-14, то есть он два раза погиб, но, тем не менее, он имеет очень много золота для такой минуты. Касательно вот фулл саппорта. Да, плюс еще есть такой момент, что частично, если ты качаешь первую, то тебе нужно позиционировать себя где-то ближе. Да. А так ты можешь тяжелее спокойно дать. Там на 1000 РНЖ, если что, грейв ты сюда кинешь. Очень хороший выбор для Саксы. Ну, плюсики, да, чтобы как-то чуть поплотнее быть, чуть побольше маны иметь. Действительно, Poison Touch, кроме как там на 3-4 левеле, особо тут уже погода не делает на такой минуте. Имперцы бегут по боту, хвост просто один. Вгрызается в крипов, Резолюшн чуть-чуть позади. Скоро у него появится денежка на орхид, но там у Тини уже имеется аганим. У Квапы 3100 золота, Пайкат вообще не спешит что-то покупать. Копит на что-то, либо на аганим, либо на БКБ, понятно. Ну, наверное, тут БКБ будет лучше. Это кажется. Хотя аганим тоже плотность даст, он вроде бы выживает пока в драках. Я какой гост себе купил здесь? Так, прыгает Никола. Ох, ты видел эту манту от хвоста, он задоджил краш. Я впервые такое вижу, понятное дело, что можно, но настолько жестко играет хвост сейчас. Там вышел у нас Бэйн вместе с Секси Бамбу сзади, попадает EMP в Секси Бамбу. Хороший грейп, а вот Омни Слэш от хвоста не самый лучший, потому что, ну, Секси Бамбу здесь просто все ультимейты получил и получил грейп в итоге. Ну, Тини убили, нужно продолжать драку. Нико еле-еле живой уходит на спринте. Фанни гонится за соперником. У него есть левел дес, а вот сбить телепорт. Нет, сбить телепорт Сакси он не смог, зато левел десом забил до смерти Слардара. Пайкат уходит через телепорт на базу. И вот сейчас есть хорошая возможность опять-таки добрать Рошана. Чекает через торнадо Резолюшн Рошпит, понимает, что там нету еще Рошана, и команда Empire отправляется фармить дальше. Пара хороших драк сейчас произошла для Empire. Хвост сейчас забажил. Да, если бы его застанили, и пришлось бы свапать, то, во-первых, бы отдали свап, во-вторых, бы Винга моментально погибла, и пришлось бы драться 4-5. А так он развел Слардара, при этом еще опрометчиво ворвался Тини, и имперцы в целом очень хорошо подрались. Вот когда ты покупаешь манту на Джаггернауте, ты чувствуешь вот легкую какую-то нехватку, там, то ли, ну не то что в дэмэдже, а вот в принципе как-то вот чего-то тебе не хватает. А здесь я смотрю на Джаггернаута, и у него 128 плюс. Так, погоди, драка у нас начинается, но Фир еле-еле уходит, кастует. Нет, его надо просто продать здесь, да. И не драться даже за него. Пытается еще Алоха Дэнс подцепить Кливера. Алоха жмет ТП. Тут сбить нечем. Да. Секси Бамбу подошел, конечно, но не успел Авалан скастить. БКБ все-таки покупает Пайкат. На мой взгляд, правильное решение. Хотя минута такая
очень ранние, тут и Аганим на самом деле неплохо бы смотрелся, даже если вот Пайкат его предпочел бы купить. Так вот, у Джиггернаута, вот смотри, вот у него просто манта 128 плюс 33. Вроде небольшой урон, нельзя замедлить Ancient Dash, чтобы соло там какого-то саппорта доковырять. Себя будут кайтить, но из-за того, что действует аура Дума, плюс, ну, вот этот вот Волк, плюс еще Владмерс. Плюс, кстати говоря, аура Винги, там невероятный дэмэдж. Ты вроде бы артефактов практически не имеешь, а наносишь очень много урона. И, кстати говоря, прочитали здесь, кажется, Никуа, он получает Silence, Cold Snap, очень бешено работает, и это минус Лордар, сейчас получает преимущество. Имперцы при заходе на следующего Рошана, он, кстати говоря, уже появился, и как тут драться без Лордара, я вообще не представляю. Рошан упадет моментально. А Пайкат, а что делает Пайкат, боже мой, он не успевает прожать БКБ, нет, все-таки сейчас успевает прожать, но нету блинка, поэтому Хвост его просто зарезал. Летит Чайник, Сакса может прожать Грейв, если кончится Оркид, но он не кончится. Критулий просто его Хвост отправляет на базу, здесь ИГМ получает КВЕшку, левел от Фаника, минус 4 на ровном месте от команды Empire. Отличная работа. Да, но имперцы молодцы. Я вот хотел бы похвалить то, что они избрали правильную стратегию, потому что вот то, что говорил 10 минут назад. Не надо воевать в кошки-мышки против вот там всяких Склардаров, Тинников и Queen of Pain. Они купили себе айтемы на ганг, например, допустим, Синий с Лотаром. Они довольно-таки тонкие, и если ты просто бегаешь кучкой, то вот мы видим раз Сентря, два Сентря, Апсевич, тут еще Сью Сентря. Просто как-то один раз получится спровоцировать, то, в принципе, все преимущество, которое клевера набивали, вот мы видим, они лидировали 4000 голды, они уже проиграли. 2000 за имперцами. Поэтому сейчас нужно так дальше продолжать, раз эта стратегия работает для них. Также вот по поводу квапы. То есть ты говорил про БКБ, но у меня здесь... другие предпочтения. То есть, во-первых, это Гост, потому что вместо Джаггера он вообще и шансов не оставляет, он практически соло забирает. Плюс там Дум бьет с руки, Инвокер неплохо бьет с руки, но это вот первый момент. И второй Линка против Дума, потому что даже если ты будешь БКБ, но Дум тебя убивает почти сразу. Ну вот, мне кажется, сейчас наступает такой момент, когда команде 4 CL нужно не драться 5 на 5, а стараться сплитпушить через Тини, через вот Аганимный. Аганимный его дэмэдж по вышкам. Находит Никола, есть Оркид у Резолюшн, он такой тихий убийца. Гост Волки ищет соперника. Ну, стандартная такая игра от Резоли. Он, кстати говоря, выкачивает Векс всегда в максимум, играя на Инвокере. И сейчас он делает либо БКБ, либо Аганим. Ну, это очевидно, что это либо БКБ, либо Аганим. Понятное дело. Но вот что предпочтет Инвокер здесь, наверное, БКБ все-таки. Посолиднее выглядит. Все-таки Тини дает хороший прокаст, ты можешь его забрать, да, да и Папа с Алинсом. Ранее Аганим просто вот конкретно в такой ситуации, когда у тебя Векс в максимуме, а Экзор только первый, он тебе не так много дает. Вот когда у тебя Экзор там левела 3, и ты берешь Аганим, у тебя сразу же Экзор 4, 2 поржа. А когда ты 20, ну даже не 25, даже там 22, то есть у тебя сразу получается, ну, максимальный бласт. Кстати, курьера сейчас Пайкат подрежет. Хлоп. 2000, да. Ну, для того, чтобы сплитпушить, клеверам нужно иметь хорошие варды. Без этого никак. Потому что сплитпуш — это все-таки стратегия, которая, ну, подразумевает хождение вот там по лезвию ножа. То есть ты должен балансировать между агрессией и вот каким-то отступлением тактическим. То есть ты не можешь позволить себе не атаковать тогда, когда тебе нужно атаковать. Иначе твой сплитпуш не получится, соперник просто дойдет до твоих вышек и заставит тебя драться. Ну вот пока их задача — это понимать, где находится инвокер. Потому что если посмотреть на остальных героев, то Дум без блинка или Лотара Джаггер, там Винга, Лич, они не могут так эффективно цеплять, и ты можешь позволять себе там некоторые шалости. Вот Бамбу сейчас Пайс нападает на Йоку, но очень много армора, подходит Слардар и выживает. Ну нет, Папа его добивает, и Аравон забрали. Вот ведь Алоха Дэнс, он постоянно ники свои меняет, и путаем мы его с тобой постоянно. Вот то Йоку у нас какой-то появляется, то еще кто-то. Бывает. Да. И вот смотри, сейчас они угадали. Резолюшн ждал спидпуша сверху, бегал в инвизе аккуратно, чтобы не могли найти его через сентри. А в это время команда позиционировала себя снизу. И так же это получилось, но клевера угадали. Клевера прекрасно поняли, где же бегает Резолюшн. В итоге развели их на ТПшечки и обратно в свои леса побежали. Очень много вардов тут у Империи.
Да, в целом, в принципе, клан, план клеверов понятен. Это развод на Аегис. То есть, когда Аегис вернется, то можно попробовать пойти подраться. Но вот сейчас в их случае ни в коем случае нельзя рисковать, потому что здесь ситуация, ну, почти такая же, как когда у тебя Тини с Аганимом. Здесь Винга, который бафает всю команду, здесь Дум, который также усиливает не только Джаггера, но и Инвокера, Лича, и там просто невероятный дэмэдж. Поэтому рисковать не стоит. Да, немножечко нечестный такой персонаж. Можно сказать, вот конкретно для такой игры. Ну, клевера сами виноваты, они отдали его. Более того, там, по-моему, еще и гирокоптер был, но имперцы решили его в этот раз не пикать. Резолюшн. Юзает торнадо, секти бамбуру уворачивается. Может попробовать войти пайкат. Может, но... Не знаю, мне кажется, там подсейвит. Тут и свап есть у Алохи. Ну, пользуется тем, что имперцы убивают тавр снизу, а клевера, в свою очередь, ответочки не дают. Поэтому мы не будем жадничать, а постоим вот здесь вот на горочке и подождем, когда противники сами к нам придут. Противники к нам идти не хотят. Нету каких-то там, не знаю, блэкинг, баров или айтемов на выживаемость, может быть, там командных айтемов, чтобы можно было хорошо замесы давать. Есть просто вот палки-толкалки. Лотары, блинки, и это не самый лучший артефакт для замеса, и лучше всего вот прыгать, бегать. Да, так и поступают клевера. Рошан появится где-то через раз, два, три, нашли, три, да, три, шесть минут. Да, Дазла нашли, Сакса, ну, выживет, у него мека еще. Да, толстенький Дазл, толстенький. Ну, смотри, разводят, секси бомбу вгрызается в Т3, юзает инвиз, уходит здесь Алоха Дэнс, подцепить никак не может. И, слушай, может быть, сейчас как-то даже попытаются поймать имперцы, а Еги скончается. Не собираются уходить клевера, видимо, они хотят вот на шару подцепить чувака, который тут будет фармить. В Глиммере ЕГМ заходит, но тут уже опасно, тут уже нужно уходить. Понимает Алоха, что, ну, был здесь Тини, и, естественно, пока ему не было резона уходить, поэтому ни в коем случае нельзя отходить с своего тавера, и лучше всего в защитной позиции быть. Убегает обратно на базу. Джаггер тем временем покупает Скади. И, кстати, вот тоже очень хороший выбор для хвоста, что Скади — это идеальный микс, когда у тебя есть баферы в команде. Потому что баферы в первую очередь ставкуются с твоей ловкостью. Чем больше у тебя ловкости, тем больше бафает тебя аура волка, аура винги, и у тебя дэмэджа будет сейчас неимоверно много. А, ну и плюс выживаемость. Тоже полезная конечно, штука. Конечно. Джаггернаут и Скади покупают даже когда нету никаких баферов, потому что у него практически нету выбора. То есть, если ты не делаешь БКБ, то надо там какие-то Скади приобретать. Резолюшн сейчас, кстати говоря, очень нагло идет. Юзает торнадо, подцепляет двоих здесь. Если дать бласт какой-то или... Можно еще, в общем-то, потянуть время. Нету инвока, поэтому приходится Саксу здесь руками тыкать. Он уходит через телепорт и Грейв. Кажется, да, он уже Грейв заюзал на себя. Да, ну похоже, и бамбу в это время бьет Т2. На месте имперцев нужно завязывать играть вот в эти догонялки, и можно попробовать просто на ХГ противнику забежать и заставить их ТПшницу, потому что пока клевера слишком навязчиво, точнее, слишком нагло играют. Да, причем у них практически никаких вардов нет. Вообще никаких, да, то есть просто бамбу бежит по двум разным линиям, разводит людей, и вот опасный момент. Так. Ой-ой-ой. Ну и ГМ найдут. Ой-ой-ой. Этот фраг он ничего не даст. Ну как же он разводит их, ты посмотри. Боже мой, что творит, что творит. Обалдеть. Это аплодисменты, да. ГМ красавчик. Хотя, даже если бы там этого Бэйна поймали, это, в общем-то, ничего не значило. Как круто он размансил. Ну, не спорю. Действительно круто. У него, кстати говоря, госцептор появился, чтобы как-то спасаться от омни-слэша. Да, вот. Вообще, в принципе, всем по госкептер тут хорошо забрать. То есть вот Дазл с гривами, ему тоже госкептер будет не лишним. Да и, не знаю, Квапе можно купить госкептер, а потом в Этерил его загрейдить. Есть хорошая возможность. И Резоль нашел Тини. Резоль включает БКБ. Тини получает, но нужна какая-то поддержка, потому что инвокера не хватает. Заходит Дум с Вингой. Дум получает пакет на голову. Винга его свапает. И ГМ стрял, но это всего лишь саппорт. Опять-таки, легкой кровью клевера отделываются каждый раз, когда их находят. Не получается цепануть Тини, он бежит очень быстро, у него Яша, мувспид огромный. Когда он еще лотар юзает, он там вообще уносится с колоссальной скоростью. Они имеют четкий план на игру. Вот сейчас видно то, что клевера, они не просто так этими героями играют, они понимают их цену. И лучше всего продолжать вот использовать доту, которая, ну, как минимум, держит ваши нетворсы наравне. Резоль. Нету никакого детекшена у ребят, а у Резолюшна, кстати говоря, гейм есть. Он может попытаться сейчас как-то поймать, ну, он решил Саксу ловить. Странно, что не Тини.
Ну да, Сакса все попался, юзает Грейв, тут торнадо, все. Отсюда дазл никуда не уходит, но, по-моему, можно было бы Тинни шлепнуть. Ну, можно было бы попробовать, никто не знает, как там у резолюшена получилось. Может быть, там дазл бы его подсейвил, может быть, Тинни бы на развороте ему раздал. И сейчас уже вот хорошо то, что имперцы продолжают охотиться, ну, за этих суппортов дают чуть-чуть побольше. Дазл у нас довольно-таки богат. То же самое можно сказать про Бейна. И вот так вот за камешек у них строится. Хвост купил себе блинк, чтобы цеплять неверных. Ну его можно понять. Пайкат. Ну вынужден прожать БКБ, а тут вовремя подходит Фанник. Юзает Дум. Пайкат пытается хоть какой-то дэмэдж перед смертью нанести, но это была тщетная попытка. ЕГМ в Глиммеркейпе уходит телепортом. Отличная реализация блинка от Фанника. Он не палил его довольно-таки долгое время. Сначала упаковался на замес, БКБшечка, Владимир, барабанчики довольно-таки танковые. И в основном за счет этого клевера они хотели драться. А вот теперь с блинка так просто против него не побегаешь. И теперь радиус фарма у клеверов слегка сужается. Па теперь боится. Поймали Алоха Дэнс на топе. Слушай, а тут два саппорта, они все-таки подходят секси бамбу. Ну, он с эком бегает на барабанчиках, на фейзах. Слушай, довольно-таки приятный билд Алохи, но вот Сардар его взял. Интересная винга. Такая статовая. Резолюшн ждет момента, но тут нет винги, с другой стороны нет Queen of Pain, что там по Рошану скоро должен заспамниться. Башер приобретает Джиггернаут, ну очевидно, когда ты покупаешь блинк, нужно уже брать дизейблы, потому что ну ты же не просто так будешь блинкаться, правильно? Тебе нужно и башер иметь, потом Abyssal Blade, это будет очень правильным выбором для хвоста. Ну и вот он, да. Собственно, башер приобретает. Что там Резоль делает? Резоль 3000 золота есть, ну Аганим его... может? Да, может быть Аганим или вариант номер 2, может быть какие-нибудь там статовые айтемы, потому что аур много, урона хватает и какой-нибудь атак спид может быть даже был бы полезен для резолюшена. Ну мне кажется, он в общем-то хекс будет делать. Если это не Аганим, то это должен быть хекс. Но вот в некоторых моментах резолюшену не хватает вот мобильности. Когда у тебя есть блинк, ты можешь использовать такой скилл на инвокере, очень удачно, прошу отметить, использовать такой скилл на инвокере, как стенка. Когда у тебя нету блинка, тебе тяжело это сделать, потому что, ну, как-то там бежать пешком, да, ты хоть буксовый, ты быстрый, но там бежать пешком, чтобы поставить стенку, это так себе. Вот, легче прыгнуть, торнадо, стенка, ВВВ, там, КВЕ, вот, ну, там, бласт, и нормально. Смотри, сколько урона у резолюшена под аурами, у него... 300. Чем у Джиггернаута? Да, у него 300. Я вот не знаю, вот когда так, инвокер может так бить, ему позволяет его команда, то, ну, вообще криты как-то слишком хорошо смотрятся. Ну, я-то, кстати, призадумался, если это какой-нибудь кристаллис от инвокера, это будет реально да. Смешно смотреться. Ну, как бы смешно в том плане, что такого практически никто никогда не делает. Это очень просто своеобразно. Редко мы вообще видим Дума в пике, а тут еще и Винга, там бафы в сумме, ну-ка там сколько. 30 и 36. Ну и тут, по-моему, очень плохая драка для клеверов будет. Правда, они видят сейчас Резоля. Резоль жмет БКБ, начинает бить Саксу, дает ему орки, тот юзает Грейвс и может на себя повесить Грейв. Хотя что это изменит? Сразу же минус 2 от Эмпайра, они гонятся. Хвост на хосте, что ли, бежит? Что он такой быстрый, да? Он походу на хосте. Тут никого уже не догнать. Где секси-бамбу сейчас? Секси-бамбу продолжает сплитпушить, гонится. Нет, курьера тут не получилось догнать. Плейтмейл едет на Уфиру. А на эфир у нас Лич. Так, ну и вот по поводу спидпуша хотелось бы пару слов сказать. Если бы у них была не кэрри Queen of Pain, то в принципе идея была бы очень хорошая. Ой-ой-ой, врывается бамбу, подходит Дум, и есть у него ульта, но бамбу успевает идти в лотар. Хорошая ульта от Лича, получает на себя Дум от Фанника, и самое время донается. Ну-ка, нет. Не, левел дес не оставляет никаких шансов. Секси бамбу здесь. Вот, я хотел сказать такой момент, что вот в принципе план клеверов он понятен, но если бы Папа не блокейтер, то вот сейчас им очень тяжело драться. То есть да, у них есть ульта там на 470, да, есть вот Бейна, его свапает, подходит Тинни, и Слардар выкупился, бьют хвоста, но у хвоста Эгис, нужно работать по другим целям, вингу забрали, резоль в опасной ситуации, нужно кушать сыр успевает съесть, подходит Хвоста подцепили в финсгрип, но там урна доделала свое дело, резолюшн делает фраг, пытается забрать секси-бамбу, тут уходит в инвиз, но там есть гем, санстрайк летит и попадает секси-бамбу, но он, правда, очень слабенький, экзорт не раскачан. Как жестко реализовали байбеки клавера, хвост успевает с блинка уйти, и имперцы молодцы, развели клаверов на два байбека. Очень много потратили байбеков, да какие два, там три, там Тинни тоже выкупался. Да? Да-да-да, Тинни, Слардар и Бейн.
остались. Огоним все-таки от инвокера, но вот сейчас у него второй экзорт. Сейчас посмотрим, получится. Последний инвокер, не знаю, вообще инвокеров мало видел с аганимом, но последнее, что было видно, это Блэк, который собрал аганим на инвокере, он просто на автомате жал на все спилы подряд. Вот, может быть, резолюшн покажет нам мастер-класс. Ну, стеночки мы пока еще ни одной не видели, хотя стеночка, она тут позволит кайти Титини и Слардара, реально очень полезный скилл. Пока страшно там, Слардар с армором, нужно как-то немножечко еще себе хп поднабрать, вот у него уже 2000, потом, может быть, даже какой-то блинк возьмет, чтобы там врываться. Да, блинк, он для того, чтобы эффективно кастить скиллы на инвокере, он все-таки необходим. Вот. Пришел я к такому выводу. Там ЕМП давать во все разные стороны. Ну да, даже не в этом дело, просто там какие-то другие скиллы юзать. Потому что когда ты выходишь в 40-ю минуту, твои торнадо ЕМП, они уже не так рентабельны, учитывая, что у тебя и экзорд начинает подкачиваться, и аганим купается. Так, а что тут у нас? Вип попадает в Алоху. Ну, миссуют станы, 4 CL, ну, наверное, должны они здесь убивать. Но эфир отпустили, тот просто умрет. Ну, Алоха Дэнс тоже погибнет здесь. А вот неплохой бласт подъедет. Ну, задинайте его, может, не? Не хотели здесь сыграть красивый Empire, просто ушли в Гостволт на всякий случай и ретируются. Ну, сейчас легкую ошибочку имперцы допустили. Разъединились, хотя до этого они хорошо наказали своих противников. И у клеверов появляется форточка, за счет которой можно пойти и слегка надавить. Правда, все линии пропущены, и единственное, что они могут придумать, это попробовать, может быть, кого-то словить. Паник на реакции уходит. Сардар его не догнал. Бамбу еще кого-то ищет, смотри. Оп. Охотится за Фаником. Фаник убегает с Элиса и у Резолюшена. Резолюшен такая опасная история, потому что здесь Бейну могут подойти его товарищи. Хорошо его забрали, нужно бежать. Нельзя в этом лесу рисковать. Или же, ты посмотри, как нагло идет, находит Фаника. Фаник все-таки в своем лесу забрали. Фаник погиб. Ну, один в один. Ну, очень выгодный размен, да. Клевера здесь определенно в плюсе, но поломать Т3 или там даже Т2 они, скорее всего, не смогут. Ну, Т2, наверное, поломает, но Т3 вряд ли Резолюшн позволит поломать. Сейчас очень нагло. Посмотри, как Нико входит в Резоль, его пытается сейчас забрать пайкат. Нет у него еще хикса, не успел он его купить. Нико получает много дэмджа, Резоль поражал БКБ. Летит Шедострайк в Алоха Дэнс. Минус 2 сейчас делают Эмпайр. Ну, как не минус 2, Бэйн там давно уже был в таверне. Хост нарезает. Саксу убивает его, продолжается погоня, телепортом спасается. Ай, бласт, чуть-чуть не попал от Резолюшена. Еще было торнадо, но он не успел все прожать просто-напросто. Если бы еще и бласт бы попал в пайката, это был бы очень обидный момент для клеверов. Они бы слишком много героев отдали. Хотя они и так, в общем-то, потеряли саппорта и слардара, и даже не приблизились к этой вышке. Тяжело вот инвокера такого атаковать не в полном составе, особенно когда ты знаешь, что в любой момент на тебя могут контр-инициировать. Вот этот вот бешеный джиггернаут с Abyssal Blade, который сейчас находит пайката, юзает Abyssal Blade, и секси бомбу все-таки юзает. Тоста пайкат дает в ответ кекс, и да, джиггернаут здесь попался. Sunstrike. Не знал. Санстрайк, так, погоди, где? Не, не хочет пробовать. Тебя лучше... Но он убил бы. Не, он может попробовать, подожди. Ну-ка. Не. Не нохочет. Да. Ай. Ну, тут было где-то 400 хитпоинтов, сколько Санстрайк на каком левеле ударит. 350 это... Ну, это с учетом аганима, да, это с учетом аганима. Вряд ли бы убил. Ну и что же, 41-я минута, графики по-прежнему, ну так уже довольно-таки несущественно отрываются Empire, у них пока всего 8000 голды и 6000 XP, и в целом все герои, ну, по крайней мере, свои левела точно нафармили. Это касается и клеверов, и имперцев. Теперь в целом не стоит жадничать по поводу крипов, все-таки в этой игре самое опасное, что можно сделать, это разделиться, потому что как одни, так и вторые очень хорошо своих оппонентов ловят, поэтому нужно, ну, вообще, наверное, гем стоило бы купить. То есть вот он был у кого-то, да? Вот у Резолюшена есть гем. Ну вот побегать. То есть вот единственный минус инвокера в том, что когда у него гем, он редко чекает вот такие варды, но может быть самое время пойти и посмотреть на эти горочки, потому что... Ну, у него есть Sunstrike, у него есть торнадо, все это Vision дает, теоретически он может там чекать high ground, но просто когда у тебя гем на инвокере, у тебя слотов не хватает, потому что, ну, ты покупаешь много кнопок, у тебя там Orchid, БКБ, урна, и у Резолюшена даже на телепорт нет слота, не то что уж на какой-то там серьезный артефакт. Я к тому, что сейчас один вард, вот вард этот один, он видел, как все имперцы ушли из своего леса, и клевера понимает одну простую вещь, что из своего леса нужно валить. Убегает Сакса, убегает Квапа, понимая, что имперцы толпой
двигают в их леса. Вот один вард окупился вполне. Ну, он пропадает уже, да, поэтому дело-то тут такое. Резолюшн гейм необходим для того, чтобы догонять всяких вот тини, которые в инвизе бегут как бешеные, чтобы рецепт керасы, да, у тини, кажется, рецепт керасы. Так, надо включить, наверное, байбеки сейчас посмотреть. Тини, кстати, молодец, довольно-таки хорошо нафармил. Вот он молодец, то, что не покупает БКБ, потому что в целом здесь, ну, как мы говорили, очень много ультимейтов пробивает БКБ, поэтому БКБ можно оставить на потом 10-секундное, когда ты будешь раздавать под ним довольно хорошо. И сейчас самое главное — статы, пока ты спидпушишь, чтобы быстро падали здания противника. Да, потому что БКБ, оно тебе не так много даст аута в драке. Да, ты, конечно, больше плотности получишь, больше будешь жить, это все понятно. Но, тем не менее, с командой Empire сейчас невероятно тяжело сражаться за счет того, что у них хорошие артефакты есть, и инвокер там подкачался, и у хвоста айтемы, и Doom имеет. И опасный момент для клеверов. Empire пушит уже у базы. Спидпушить они не успевают, надо идти драться. Надо идти драться, хвост с Алакрити вгрызается в Оранжевый барак практически его добивает, юзается Вив, который, ну, особо ни в кого не попал, там только в Вингу и в Джиггернаута. И, слушай, кажется, имперцы выиграли много времени, они сейчас еще и заберут дабл дэмэдж, боже, а клевера, по-моему, просто не собираются идти на этого Рошана. Самое главное то, что они перепушили, пока клевера шли поверху. Они сейвились, и лучшая задача наказывать спидпушеров, это когда ты просто идешь и бьешь им базу. Клевера тпшнулись, сейчас имперцы прекрасно понимают, где они есть, и выбирают Рошана, это очередной игис. Критуля в 1200 от Джиггернаута залетает в Рошана, да? Я уже боюсь просто, что там будет с каким-нибудь Тини, когда он получит такой минус армор. Boots of Travel появляется у Джиггернаута, в общем-то подобный артефакт необходим инвокеру, потому что, ну, пока нет необходимости там летать и как-то дефать, но это возможно только пока. Хотя, может, Empire сейчас пойдут в последнюю атаку. Портится Джиггернаут на бот, будет попытка сейчас навязать драку, хвост под дабл дэмэджем, и это реально большая проблема. Его стараются дизейблить, отпушивать, но иллюзии вгрызаются в Т3. Террорчик такой от Винги профилактически повесили инфибл. Кстати, реально очень жестко нерфит Джиггернаут вот таким вот способом. Что там инфибл? Какого левела? Четвертого, естественно, вешается Алакрити на хвоста. Хвост начинает вгрызаться в вышку. Здесь никого. Повесили Оркет на Джиггернаут. На нем просто так много бафов, что они не успевают на нем отображаться. Там раз, два, три, четыре. Ну и бафы, и дебафы. Влетает секси бамбу, получает метеор в лицо, юзается он на слэш, много урона наносит хвост. Дум получает Саксу, чтобы не успел он повесить грейп, обисл блейд Саксу. Саксу умирает. Тини не будет, и байбек у него нету. Слардар заспавнился. Слардар должен хоть как-то здесь войти. Но, по-моему, драться 3 против 5 здесь просто не получится. Убивают Бейна, прыгает Никола, и красиво его резолюшн убирает санстрайком. Похоже, это победа для Empire, потому что никак не смогут клевера задефать сейчас свой трон. Тут слишком много урона, вот они, Sonic Wave от Wind of Pain, немножечко не тайминговые. Да, и хвост под Алакрити просто уничтожает базу. Секси бамбу врывается, вот у него появились, собственно, деньги на байбек, но вдвоем с пайкатом он вряд ли что-то сможет. Вот она, стеночка, но она тут уже особо смысла никакого не имеет. ГГВП! И перцы молодцы! Нашли свою игру, сыграли, как мы любили говорить, от замеса, при этом набрали довольно-таки жестокий лейт, и в этот лейт-гейм вышли. Все-таки армора, лича, аура винги, минус армор от винги, аура дума и большое количество скиллов, которые пробивали БКБ, они не оставили шансов клеверам, имперцы умнички. Да, реально очень хороший пик продемонстрировали нам ребята из Empire, и, в общем-то, получилось у Резолюшна на инвокере победить. Я вот вроде бы он...